Друзья, нам сообщили сегодня рано утром о том, что в 5 утра в городскую больницу номер 25 за медицинской помощью обратился всем известный российский актер театра и кино Максим Виторган. Сообщается о том, что медики диагностировали у него вывих руки и сильную черепно-мозговую травму. Что же произошло с актером, сейчас выясняют сотрудники полиции. Скорее всего, как говорят медики, он был избит неизвестными лицами. Уже завтра рано утром на нашем канале появится свежий выпуск, в котором вы, друзья, узнаете все подробности этой трагедии. Попрошу вас по традиции подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Только в таком случае вы получите возможность каждое утро смотреть наши новости. Берегите себя, родных и близких, и не забывайте, что эти новости, друзья, мы делаем исключительно только для вас.